Короче, звонил Серега Аленкин. Ну. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из, из второго, вот, где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших. Говорит, 12 КАМАЗов, говорит, я вывез. Я же тебе сказал. Это мне не 63. А почему тогда, блядь, власти-то это все замалчивают? Да потому что, чтобы бунт не подняли, нахуй. Серега, Аленка говорит, Серега сидит, говорит, он просто за голову схватился, говорит, у него, ему и плохо, блядь. Он не знает, что делать, он сидит, плачет, а у него там друг еще погиб в госпитале, когда госпиталь бомбанули. Все хорошо об этом, нахуй. Я тебе звоню, чтобы, блядь, наоборот, нахуй, развеяться. Это новости, блядь. А так, ничего, он, дожираем салаты, блядь, поели все. Я не поспал. Выступление Путина. Самое уебищное выступление, которое я видела. Да, этот, как у Оксанки сына, помнишь, ты говорил, в госпиталь положили с контузией, с переломом глазницы-то? Этот придурок, блядь, в Новый год решил глоточек пива сделать. Его какой-то командир, ой, капитан какой-то спалил. Чё ты думаешь, его невылеченного с тяжелой контузией, с переломанной глазницей, блядь, отправили обратно на позиции, говорят, нехуй, нарушение режима, блядь. Ой, господи, когда уже это все закончится, а? Когда-нибудь. Когда-нибудь.